Всем привет! Красно! Представляете, забыла вам сказать. Привет, мои лапулины, патули. Всем привет, мои лапулины. Что, как сегодняшний день я начала с зумбы. Уже позанималась. 45 минут. Супер было. Приступаем к следующему этапу. Следующий этап моего сегодняшнего дня – это нанесение маски. Я ее только нанесла, поэтому буду разговаривать. И спасибо моим подписчицам, моим зрителям, моим друзьям, которые подсказали мне, что нужно вообще молчать, не говорить и больше 20 минут не носить эту маску. А то я действительно тогда еле-еле смыла, прямо сдерла ее, мне кажется, с кожей. Спасибо большое. Переходим. Я молчу. Переходим к следующему этапу. Следующий этап моего дня. Замесила все-таки я тесто на Пасху. Не знаю, как подойдет, что подойдет. Делала все на глаз вообще. Сделала на стакан воды, на стакан молока. Так что посмотрим, поставила его на балкончик сейчас. И посмотрим, как оно будет у меня подходить. Еще раз привет, мои лапули-лапатули. В общем, сегодня какой день сумасшедший у меня. Как и все дни, как будто я хожу на работу. После маски быстренько смыла маску и замесила тесто, показала вам. Затем, значит, я постель поменяла, вот сейчас сохнут, сушатся у меня одеяло, подушки. Сняла белье, вот сейчас стирается опять белье. В общем, у меня не заканчивается дело вообще, я не знаю. Мы в два человека, а у меня дело не заканчивается. А еще зимние вещи я не попрятала. Представляете, мне некогда физически. Потому что вот только сейчас я кушаю. Посмотрите, сколько время. Смотрите. 4 часа, да? Я только сейчас завтракаю. А что завтракаю? Вот яичко, яйцо. Яичко нельзя говорить. Яйцо. А? Мукбанг сейчас сделаю с вами. Проведу. Кофе растворимый. И творог, бананы, яблочки и йогурт. В общем, кушаю вместе с вами, потому что некогда снимать видео. И с вами по вас, и по вам соскучилась. Так вот, что я сегодня хочу сделать? Буду заниматься, значит, тесто у меня там уже подходит. Сделала в этот раз на глаз. Не взбивала ни яйца с сахаром отдельно, не растапливала масло. Просто оно, я его с утра выложила с холодильника, оно у меня размякло. Все делала, не знаю, что получится. И потом покажу вам. Первый раз я так делаю. Все на глаз абсолютно. В общем, сейчас включила духовку. Хочу для себя приготовить чипсы с кабачка. Мне очень понравилось, как я вот готовила до этого. И также баклажаны. Ну, а шкему приготовлю суп с фрикадельками и макароны с мясом. Фарш разделю ему. Ну, посмотрим, как и что. Покажу все вам. Что хочу сказать. Мне кажется, что я уже похудела. И худею. А также я не голодаю. Я кушаю из правильного питания, не голодаю, не переживайте, мои хорошие, вы так переживаете. Я полна силы, энергии, настроение позитивное, хотя столько негативного и ко мне приходит, но я их сразу же отправляю назад. Потому что не получается в жизни. Вот если мы будем негативить и слушать таких, с негативщиками не имейте дела. Кто ноет, кто вас учит жизни, кто портит вам настроение, вообще не общайтесь с такими людьми. Вычеркните их жизнь, и все. Ну, вычеркните там на какое-то время, чтобы они никогда не придут в себя. Скажите им, не присылайте мне такие плохие видео, негативные. Не надо мне плохую информацию. Я верю во все хорошее, и все. И у вас не испортится настроение. Берите пример с меня. Сейчас покажу вам, какие чипсы я буду готовить. Полезные. И вот мои чипсы. Здесь, значит, что есть. Извините, что машинка работает, звук вот такой, телевизор. Но
Посмотрите, что я сделала. Поближе вам сейчас покажу. Перец, соль, черный, красный перец, чеснок, кукурузную муку обваляла и масло. То же самое здесь. Прям так очень тонко нарезала. Пользовалась вот этим, друзья мои. Очень удобно. Так раз, раз, раз. И вот сейчас отправлю это в духовку. Вот такие чипсы у меня получились. До сих пор они пекутся. Я еще добавила кунжутные семечки. В общем, буду с гречкой кушать. Аж к ему суп приготовила с фрикадельками. Так, мои хорошие, вот я приготовила безе на пасочку, чтобы помазать. Вот такой стакан вышел огромный. Сейчас покажу тесто мое, как оно подошло. Мне оно не понравилось. А вот и мое тесто. Мне оно, знаете, что понравилось. Хотя я делала все на глаз. Видите, здесь и цедра апельсиновая. Столько посыпала я. Ну, изюм, в общем, яйца, масло. Даже не знаю пропорции. Если потом вспомню, если получится мне такая пасочка. Ну, решила сделать все в одной кастрюлечке. Сейчас она у меня, так как я спохватилась поздно, сейчас она у меня чуть-чуть подойдет в этой формочке. И потом включу ее выпекать. Душа не была моя спокойная, что я в этом году ничего не пеку. Но думаю, сделаю хоть маленький куличик себе. И вот наш сегодняшний ужин. Я сделала бульон с фрикадельками. Я буду кушать чипсы с кабачка и баклажана. Сделала такой салатик, йогурт. Ашкем будет есть макароны. Ну, а я буду гречку. Приятного всем аппетита, мои хорошие! Так, и вот моя паска. Посмотрите, вот такая кастрюля. И как она поднялась. Вроде бы испеклась хорошо. Почему в кастрюле делала? Потому что не успела купить форму. Это первое. Во-вторых, я в том году жарила в них, готовила, пекла. И мне понравилось, потому что именно хорошо в ней пропекаются паски. Сейчас я ее вытащу, покажу вам, какая она получилась. Мои хорошие, а вот и моя пасочка. Красавица моя. Пришлось повозиться. Ну, не так много я возилась, знаете. Не знаю, какая она внутри будет. Как хлеб или как пасха. Все-таки сама придумала рецепт. Но все равно, что есть, будем то и кушать. Сейчас остынет, намажу ее безе. Ой, вот наконец-то я закончила. Все вроде бы сделала, совсем управилась. Сейчас я вам покажу, какая у меня вышла пасочка. Вот. Посмотрите, какая огромная. Вы видите? Кулич. Вот, только закончила. У меня не было никакой присыпки, я вот натер сверху шоколадом. Ну, не знаю, посмотрим, какая. Вот какие яички. А вот какие яйца, то есть не яички, а яйца. Вот. Видите, как красиво. Сейчас это понесу я в мой уголочек, сожгу свечку. Покажу вам, мои хорошие. А вот и моя красавица. Мои яйца. В этом году разленилась я без травки. Травку не выходила на улицу, а не сообразила, что петрушкой можно. Но ничего. Главное, она покрасила. Вот и закончился сегодняшний день. Подходит к концу. Всех поздравляю с наступившей Пасхой. Христос воскрес! Воистину воскрес, друзья мои хорошие! Всем мира, здоровья и удачи! Мои хорошие, и вот, наконец, пришло время пробовать нашу Пасху. Посмотрите, какая она. Я попробовала чуть-чуть, посмотрите. И она прямо, знаете, такое у нее вот цедра сделала чудеса. Пахнет лимоном, вот именно цитрусами. Приятного всем аппетита и с пасочкой вас.
Ашкин пробует Пасху. Пасха как понравилась? Берендинме? Берендимашку. Ой, слава Богу, в этом году сделала малые берендинме. А за яптым сана берендим. Кечен чок яптым берендмедин. Афиет олсун. Улыбнись, гуль бираз.